Супермен! Я лечу! Где-то 60 км в час. Это экономия топлива, конечно. Сколько? Ой. Могли бы сделать идеальный асфальт. Я бы так же спугонял. Катимся, катимся, смотрите. Хорошо так делать, если кончится. Можно будет докатиться до какой-нибудь заправочки. Главное, чтобы не в ту сторону было, в обратно ехать. О! Что ж такое-то? Да, здесь нужен эндурик. Хотя бы мотор. Запуск двигателя? Нет, не слышал. Кстати, классно, когда я облокачиваюсь назад, мой рюкзак ложится на заднее сиденье. И я его, соответственно, не чувствую вес. А так я взвешивал 6,5 кг он весит. Так что, когда я облокачиваюсь назад, моя спина отдыхает. Так, главное не зазеваться. Вот такие красоты. Ну, плюсы тут два. Экономия топлива раз. Мне слышно два. Ну и третий, наверное, плюс. Не засоряем окружающую среду. Такую красивую. Плохо не газом. Да, здесь хоть прям на велосипеде езжаем. Кайф. Лайфхак, как прибавить скорости. Это кайф.
подниматься. Песочек вообще аккуратненько. Yeah.